поражений подряд от Атлетика Бильбао. Одно в кубке, одно в чемпионате. Модрич здорово в отборе действует. Бензема. Дальше на Винисиуса. Выход один на один. Удар. Вацлик выручает. Ну и не все. Последний раз 0-0. Эти команды друг с другом играли в декабре 93-го года. Бен Едер, Эскудеро просит передачу. Момент Севильи. Эскудеро. Вот сейчас 0-0. Всегда выглядит очень могуче и здорово. Вот так вот Севилья забивала Реалу на Рамон Санчес Пискуан. Здесь же забить не удалось. Своевременный пас от Бен Едера. И Эскудеро. Мяч-то был под любимой, удобной левой ногой. Гомесу. Модрич ставит теперь уже спину Бен Едеру. Васкес врезался в луку Модрича. Надо игру остановить. Это действительно было очень опасно. Матео Лаос. Сразу было видно. Модрича разбили голову и лицо. Видно, кровь там сочится у Луки Модрича. Бровь ему разбил. Ну, в верхней точке, смотрите, ловит мяч Модрич. А Васкес, уже как бы несмотря на мяч, играет в тело. Ну, разве можно это назвать голевым моментом? Вряд ли. Наверное, это момент, который мог... Модрич, вот хорошо. Модрич, Бензема, нет, не доходит мяч. Регилон, Регилон и здесь удар блокируется, и удар Казимиру. Реала в этом матче. Вот смотрим передачу на Модрича. И Симон Кьяер пяткой успел оставить в этом составе Реала, кто мог бы сделать вот ту самую разницу. Перекладина. Классно. Да, чуть пониже бы и мяч вонзился бы в девятку. Видите, еще такая траектория была высокая. Удара и чуть-чуть не хватило. Не делает пока замен. Подача. Удар головой Казимира. Но Казимира показывает, что последний, что в такую погоду игроку со скамейки трудно будет войти. Глазом Казимиру бьет гол! Голешник Казимиру! Оставим тему Иско. Ниже взял и мяч влетел в девятку. Но и скользкий мяч очень непросто отразить вратарю. Видите, дотянулся до мяча Томаш Вацлик. Но от его руки мяч влетает в сетку ворот. 1-0 мадридский Реал повел в счете. Какая траектория, да? Какой удар! Первый гол Казимиро! Первый гол Казимиро в нынешнем чемпионате и такой важный. Казимиро нанес в этом матче, по-моему, 5 или 6 ударов. И вот это самый красивый. До этого недавно Казимиро пробил головой рядом в начале января и совсем недавно в матче против Бильбао. В чемпионате за 3 минуты до конца, наверное, да, вот с 2000 года играл только в середине сезона. 2005-2006, Модрич 2-0. Модрич 2-0, он свой мяч сегодня заслужил. Он действительно был хард. Грубейшая ошибка в центре обороны. И Луер так ошибся. Нет, это Карису. Даниэль Карису пока крутил, вертел головой. Модрич выскочил из-за спины и... сам себе протолкнул мяч на чистый выход 1-1. И уверенно переиграл в ближнем бою Лука Модрич Томаша Вацлика. 2-0. Это уже 30-й юбилейный гол Реала. И разница плюс 6 становится, по-моему, по очкам.